Близок. Был близок. Ага. Здесь, значит, ленинградские рокеры, а там... А я оттуда, из Дзержинска такой. Близок. Кто мне близок? Не знаю. Тарадам-там-там-там-там. С кем первым познакомился? С Пашей Кондратенко. Да. И потом нас с ним судьба еще раз свела, он оказался моим соседом по лестничной клетке. Вот. Знаешь, как познакомился? Привет-привет, это все понятно. Также спокойно Виктором Робертовичем. Привет-привет. Хотя... Спокойный Майком. Что-то даже играли вместе, что-то даже там где-то пили пиво. Они приезжали к нам в Горький, мы вместе с ними работали. Но опять, ну что, что значит близок? Нет, конечно. Вот. Так, ну, знакомство. Не более того. Ну и потом Галтелый, ну вот, все ребята, и как бы, ну, я не назову это близок. Это просто знакомство. Я его знаю, он, наверное, знает меня. Вот и все.